Друзья, всем большой привет! Меня зовут Ирина, и я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Как вы уже поняли из заставки, речь в этом ролике пойдет о моем заказе по 10-му каталогу в компании Faberlic. Первое, что я приобрела, это две упаковки своего любимого универсального концентрированного стирального порошка из линейки Дом Faberlic. В каталоге была снижена цена при покупке двух упаковок, и мне как консультанту со скидкой в 20% каждая упаковочка обошлась по 223 рубля. В каждой упаковке по 800 грамм. Порошок подходит как для белых, так и большинства цветных тканей, биоразлагаем, не содержит фосфатов, не вызывает аллергии. Он очень экономичен в расходе и эффективен против широкого спектра загрязнений даже при низких температурах. Бережно относится к тканям, полностью выполаскивается, защищает стиральную машину от накипи, подходит для стирки даже детских вещей. И у него очень приятный ненавязчивый аромат, который не остается на белье и одежде. В общем, уже более 2 лет я этим порошком пользуюсь, довольна. Пробовала какие-то другие концентрированные стиральные порошки, но все равно возвращалась к Faberlic. Была в рамках 10-го каталога распродажа, и по этой распродаже по очень выгодной цене всего за 95 рублей со скидкой консультанта я приобрела свое любимое средство для укладки волос. Это DD-спрей Faberlic Expert. Здесь 120 миллилитров. Классное средство. Хорошо фиксирует естественные локоны. Обладает термозащитой, для кого это важно. В общем, стало таким моим must-have-ом, и была возможность запаслась. К сожалению, вот только 3 штучки мне удалось приобрести, потому что на складе больше не было. Кстати, замечу, что последнюю пару каталогов его нет, и меня это очень пугает и волнует. Я надеюсь, что все-таки компания не собирается его вывести из ассортимента, потому что, конечно, есть у меня еще от Ifroche любимый спрейчик подобного действия, но он в разы дороже, хотя работает также хорошо. Приобрела давнишнюю свою хотелку. Наконец-то была удобоваримая цена на гель для подмывания младенцев из линейки Expert Pharma Faberlic Baby с экстрактом череды и алоэ веры. Это средство. Здесь 190 мл. Я слышала просто потрясающие отзывы от него. И вот, наконец-то, оно у меня есть, чему я очень рада. Со скидкой консультанта мне в 143 рубля обошлась эта упаковочка. Ну, быть может быть, кому-то покажется небюджетным, но уж очень мне хотелось и очень давно хотелось познакомиться с этим продуктом. Еще что из детского. Это уже за баллы. Я взяла детская присыпка с аллантоином. Тоже линейка Expert Pharma. Здесь 70 грамм. Дело в том, что в жаркую погоду мне просто необходим тальк для тела. Недавно приобретала я тальк от Oriflame. Честно говоря, не впечатлило меня средство. Вот решила попробовать присыпочку от Faberlic. Надеюсь, она мне больше понравится. Ну и тем более, все-таки живые деньги я на нее не тратила. Не так обидно будет разочароваться. Еще за баллы я взяла масочку от Faberlic, линейка Ботаника. Это 60+, линейка эластичность и комфорт, шиповник и женьшень. Ну, это поеду в гости к крестной. Вот, будет такой маленький презентик. Дополнение к презенту, вернее сказать. Ну и последнее, что было в моем заказе. Мне нужна пудра для лица, и решила я познакомиться с вот такой пудрой. Это линеечку декоративной косметики Мария Вэй представляла Faberlic. Называется она Sweet Light.
Здесь один оттенок, как заявляет, он довольно-таки универсальный. Что касается количества грамм, здесь 11 грамм, ну, нормальный, по-моему, стандартный объем. Конечно, большая упаковка, посмотрите, она практически с мою ладонь. Но слышала очень хорошие отзывы, поэтому решила все-таки приобрести. Со скидкой консультанта она мне обошлась. Так, сейчас минуточку найду в чеке. В 383 рубля. Внутри у нее большое, довольно-таки удобное зеркало. Сейчас постараюсь показать так, чтобы вам особо не отсвечивать. Вот, полюбуйтесь на мой потолок, стену. Вот спонжик. Ну и непосредственно сама пудра снабжена защитной пленочкой. Она. Сейчас я постараюсь чем-нибудь закрыть зеркало, и мы с вами посмотрим ее поближе. Очень красивый на ней рисунок. Могу сказать, даже будет жалко его нарушить. Но и оттенок непосредственно. Я пока еще не пробовала ее на лицо. Но если говорить про затест на руку, ну, в общем-то, должна быть нормально. Ну, конечно, потестирую, попробую. И либо в пустых баночках, либо в очередном косметическом расхламлении. В случае, если она мне не попадет, вы узнаете мое мнение о данном продукте. Ну что ж, вот такой небольшой заказик. В общем-то, в основном все нужное и полезное. Я довольна. Надеюсь, вам понравилось. Что-то, может быть, интересное для себя услышали, увидели. Спасибо за просмотры и до новых встреч на моем канале. Пока-пока!